Вагнер Фигуэрида де Лима жил в Бразилии и у него был лучший друг Серина, его верный конь. К сожалению, мужчина умер, став жертвой аварию. Его брат, Ванда, был убежден, что кроме людей, на церемонии прощания будет присутствовать и Сирана, ведь он был важной частью жизни его брата. Я не ожидал, что так случится, но конь словно знал, зачем его привели. Он вел себя так, как ведут себя люди, когда приходят на похороны, описывает поведение Сирана Ванда. Поведение животного растрогало всех, кто пришел попрощаться с Вагнером. Ванда ни на минуту не сомневался в том, что Сирана необходимо проститься с близким ему человеком. Конь с первой минуты знал, что происходит и почему он оказался в этом месте. Я видел, что Сирана понимал, что произошло. Он хотел провести своего хозяина в последний путь. Конь сразу сделал несколько кругов вокруг гроба, обнюхивал его, а затем громко зажал. Я видел, что он был сильно расстроен. Все люди вокруг были тронуты, я и сам заплакал, рассказал Ванда. В какой-то момент конь склонился над гробом, прижался к нему головой, так как это делают люди в момент последнего прощания. Когда процессия шла на кладбище, Сирана бил копытами о землю, у него на глазах были слезы, вспоминает тот день мужчина. Ванда забрал Сирана, теперь он живет у него. Мужчина сказал, что он позаботится о том, чтобы Сирана был счастлив и ни в чем не нуждался. Сирана был самым близким существом для моего брата, я позабочусь о нем, это мой долг, убежден Ванда. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!